Ребята, всем привет! Продолжаем мы заниматься Мерседесом, готовить его к покраске. Сегодня приехал с работы, начали замывать уже кузов, грунтовку замываем. Сейчас я вам покажу, как получается. Вот, ребят, как у нас получается уже. Сейчас. Вот. Как у нас получается. Здесь вот крыло сделали. Вот еще осталось не так уж много, но делов еще с ним много. Вот. Крышу мы уже замыли тоже. Когда замываете, аккуратнее края, чтобы вот что-то наподобие такого протиров не было. Сейчас будем замывать, смотрите дальше, буду показывать. Взяли мы с водичкой 800-ю шкурочку и 800-кой замывать. Смотрите дальше. Так, ребята, продолжаем мы замывать. Вот мы начали дальше дверку замывать. Взяли мы вот шкурочку такую, 800-ку, и замываем. Вливаем. И так смываем мы промывочку. Проявочку так убираем. Сейчас поудобнее стану. Неудобно. Одной рукой снимать, другой показывать вам. Вот. Ну так побольше водички делаем. И также продолжаем. Дальше я вам все покажу, как замоем. Смотрите. Ну вот, ребят, замыли мы дверку. Вот у нас как получилось. Молдинг мы этот оставим, не будем снимать. Его красить тоже не будем. Вот заклеим так и нормально. Вот мы замыли дверку. Вот сейчас вот это замываем дальше. Крыша тоже уже замыта. Все. Багажник. Так. Смотрите далее. Так, ребят, замыли мы машинку полностью. Сейчас вам покажу. Сейчас я ее помою. Покажу, как получилось. И будем уже ждать краску. Как краска придет, сразу будем уже красить. Смотрите. Вот у нас как получилось. Мы ее замыли все. Сейчас мы сполоснем ее и будем уже загонять ее в гараж обратно, и пусть она сохнет. Все, ребят, помыли машинку, замыли всю полностью. У нас вот как получилось она. Сейчас она сохнет, пока вот этой пушкой сохнет. В гараже довольно тепло. Причем, ну, нормально тепло. Гараж утепленный. Сейчас печку вот эту поставим, еще утеплим крышу до конца, и будет все нормально. Ташкент. Вот, а так у нас вот получилось все. Все замыто. На сегодня все, ребят. Завтра на работу. Ждем выходных. И буду красить. Краска в конце недели придет. И мы будем уже готовить ее. Точнее, уже будем красить машину.
Смотрите, я вам все покажу, сниму. Всем пока. Do I